всем огромный привет, Икея. Я, конечно, как самый внимательный человек на свете, вначале сняла, потом прочитала, что просили белое и однотонное. То есть и на самом деле, вот мне кажется, раньше было больше однотонного, Икея делала упор на один цвет. Сейчас, наоборот, столько цветных стало, что однотонных еле выковыришь. Да как белые мы уже сняли отдельно, давайте постараемся пробежаться по однотонным. Начнем с этой серии, это дорогущая серия Тален Пудервилла. Каждый раз, мне кажется, я читаю неправильно, это 100% лен. Можно на стопе посмотреть, какая плотность идет и все характеристики. Цена вопроса за 150 на 200 4000 и 200 на 200 5000 рублей. Да, это вот выполнено... Вот в данном случае как бы в сером, есть еще белый, есть еще зеленый. Бизнес-материал с хорошей репутацией. То есть все один цвет. Видите, его тут как бы тоже можно было бы что-то светло-серое, но нет, тут уже идет комбинированный варвероника. 3000 рублей. Есть еще вариант зеленый. Хлопок и лен. И 100% хлопок. Не отнести-ка это к однотонным, но это новинка, я просто не могла не показать ее. Видите, как она разделяется, и пошел уже темно-серый. Налочка светло-серая. Мы возвращаемся к однотонным. Новинка. Люкс Тесмин. 2700 за 200 на 200. 2200 за 150 на 200. Темно-зеленый он называется, пододеяльник, наволочка, да, здесь простыни не входит, 60 хлопка, 40 лиоцел. 310, но достаточно плотная. Такой вот цвет. Сразу к этим однотонным комплектам подбираем простыни. Натяжная на Тесмин. 1000 рублей. Вся эта серия сейчас в Икее, у кого есть карта, она со скидкой продается. Обратите внимание, есть также из этой серии и ненатяжные простыни, они чуть подешевле идут. Так что вот, смотрите, темная и темная. К этой подходит, к этой подходит. Мне кажется, даже комбинировать немножко можно. Что такого? Темно-серый, темно-зеленый. Хотя в упаковке они все кажутся одинаковые, буквально таки. Цветные получается, что мы проходим, проходим. Нет, новинка все-таки давайте уже заглянем. Сколько бреков? Ну, название. 150 на 200, бело-черный 1300. И 200 на 200 1800. Это у нас хлопок 80-20, вискоза, искусственный шелк. Вот как. Опять пошли однотонные Энгельс Лилья, 150 на 200, цена 1300, серый цвет, еще есть вариант белый, голубой, 100% хлопок, большой размер 1700. Лавинда, также мы смотрели в предыдущем видео. У нее идет одна сторона как бы однотонная, а другая часть полоску. Маленький размер 150 на 200 2000, 200 на 200 2700. Здесь 100% хлопок. Также и у наволочки идет. Не однотонный, но выдержан в одном таком цвете, стиле. Скоксальм 150 на 200 идет 1300 и побольше 1900. Вот они, пожалуйста, все простыни внизу однотонные. К этой цене, которую только что посмотрели на наборы, прибавляем еще саму простыню. Следующие однотонные, именно однотонные, если мы быстро-быстро пробежимся и подойдем совсем к другому стенду. Пока мы проходим, можно посмотреть, видите, как классно, да, очень информативно. Это, кстати, я только что здесь снимала.
можно посмотреть, и вы что-то так по ходу увидите и скажете, а вот это ты не показала, покажу подробнее. Кстати, мы прогуливаемся с вами в Икее Екатеринбург, кому очень-очень всегда важен город. Не знаю, сильно такие отличаются Икея именно в российских городах. Знаю, что зарубежные Икеи отличаются, но вот по городам, не знаю, мне кажется, они все равно придерживаются одной такой ценовой политики, ассортимент завозят одно и то же. Видите, если раньше цветной было найти за какое-то чудо в Икее, то сейчас однотонный практически не встречаются. Вот еще насыщенный темно-зеленый цвет, хотя кажется, что это темно-серый новинка. Люкс Тисмин. Пододеяльник и наволочка. 150 на 200, 2200, 200 на 200, 2700, 60 хлопок и 40 клепсел. Ну, плотный, да, видите? Материал. Какая красивая наволочка, необычная. Тут же предлагают покрывало Тротвива за 1300 под этот цвет, темно-зеленый. Ну, хотя вот как раз-таки он серый написан. Но оно все кажется серое, а так свет еще падает. Тут варианты, которые вы видите на заднем фоне, в основном для детей ориентированы. Мы их пройдем. Подойдем к одному оттенку. Только что мы смотрели в другом цвете. Энкселилья уже идет в таком светло-коричнево-красный. Цена точно такая же, как в другом цвете была, просто вот сам цвет, как он вам смотрится, как вот вы вообще его видите, надо, не надо. Такой коричнево-красный, но все-таки он больше вообще бледно-красный. И 100% хлопок, да. Также однотонный, но он какой-то более такой нарядный. Пододеяльник, одна наволочка. Проект Вива 150 на 200, 2000 стоит, хлопок или отцел, но уже вышит рисунок. Такой нарядный, красный, тоже эта же серия, такие же цены, это уже такой красный, ближе к такому насыщенному портовому красному. Следующий яркий, тоже красивый экземплярчик, но он переходящий, сиренево-белый, Strand Drift, я как-то показывала, он на кровати был заправлен, очень красиво смотрится, 1600, размер 150 на 200 и 2200 на 200. Сиреневый переходит такой насыщенный. Белая наволочка. Здесь опять-таки цветные комплекты, цветные. Смотрите, сколько новинок. Они все яркие, они все разноцветные. О! А, и то даже вот, да, Урскок. Хотела сказать, что однотонный, но нет, у него имеется рисунок. Даже внизу нигде не спустили, да, чтобы посмотреть. Темно-синий, 1500. Нет, это он? Да, а, да. И он, да, он тоже более как для подростков, для детей. Вот, он не однотонный, тут тигр такой, лев вернее. Хотя, как кажется, с первого взгляда, что один тон будет. В общем, 1500-150 на 200. Да, а вот, да, это вот все энкселилья в синем, пожалуй, из всей этой серии самый красивый цвет. Он смотрится, по крайней мере, дороже, чем эти коричнево-красные. И более эти. Да, он более яркий. Цена точно такая же. Размер 150 на 200, 1300. Тут все разноцветное, цветное. Опять двухсторонние. С одной стороны один 100% хлопок цвет, с другой это двала. Двала недорогие просто, не обратите внимания. 1300 маленький размер, 1000. То есть тут идет синий, да, такой нежно-голубой простынь. Ну тут видите, из-за размера, да? 140 на 200, 649. Чем меньше, тем дешевле. Это все хлопок. Пожалуйста, тут клетка, тут полоска, тут разноцветная. Еще зеленые. Люкс Тасмин. Тоже вся эта серия. По-моему, все цвета уже посмотрели. Хлопок или отцел блестит так красиво. И наволочка, видите, какая нарядная. Подушки. К ней предлагают натужную простынь. 749. Темно-зеленая тоже, да. И не отличить. Как будто это одна и та же серия. Ну и заканчивается все постельным разноцветным.
очень много наволочек. Просто можно приобрести. Вот наволочек, кстати, однотонных очень много. Уважаемые покупатели, 50 на 70 приоритет идет. Тут и белые, все цвета белых, все серии предлагают свой белый. Два, пожалуйста. А вот и это пудервиво можно отдельно приобрести. Это Леон, даже видно, какой он пожуханный, не перепутаешь. Тоже все всем тутом. В предыдущем видео комплект смотрели. Два, опять-таки, насыщенный зеленый, насыщенный синий. У Левиды сейчас идет по карте по акции. Обратите внимание, 200 рублей. В конце можно сказать так, смотрите, можно приобрести комплект, как там он, как много, под одеяльник и наволочка. Можно собрать все буквально таки по кусочкам, приобрести наволочку, приобрести простынь, кстати, под одеяльник, а вот под одеяльник нельзя приобрести, какой-то некрасивый конец получается. Действительно, можно все, а под одеяльник нельзя, как-то грустно, ну да ладно. Не может же быть все идеально. Ладно, давайте буду прощаться. Жду ваши вопросы и запросы, комментарии. Желаю вам отличного настроения. Спасибо, что со мной. Спасибо, что пишете. Я все читаю. Стараюсь все выполнить в кратчайшие сроки. Всем спасибо и пока-пока.